Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Freeplay, 7 серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, вышло обновление, но о нем мало кто знает, потому что в официальной группе ничего не было написано. Я буквально случайно, серьезно, я просто случайно зашел на сервак, ну решил зайти, короче, на 7 сервер, потому что первый по каким-то причинам там тех работы какие-то поломки у них не работает, первый сервер, я зашел на 7, короче. И решил посмотреть Фому. Вот, прописал Фоменю и обнаружил, что номер особняка. Это значит, что добавили дома для особняков. То есть дома для фам, семей, банд. Ну, вы поняли, короче. Я их уже видел, но я так просто подъехал, посмотрел и решил вот отъехать. Кстати, видосы не выходили. Один день видос не выходил. Потому что я отдыхал, ездил на пляж с друзьями, поэтому видос не выходил. Пацаны, не хотите, чтобы я почаще выкладывал видосы по Мазингу, то ставьте лайки, потому что я стараюсь, снимаю, а, так сказать, активности от вас особо я не вижу. Поэтому обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Итак, вот этот особняки эти, вот они. Один уже, по-моему, купили, вон там вот мы проезжали. Я думаю, вы уже их, в принципе, видели, да, я думаю, многие их уже видели. Но, блин, это очень круто, то, что добавили вот такие вот особняки. Цену сейчас мы их узнаем, давайте подъедем к любому сейчас рандомно и посмотрим, какая же у него госка, потому что, скорее всего, они не бесплатные. Так, тут админ у нас стоят, в принципе, да. Какой-то чувак ко мне пытается сесть. Видите, здесь все бегают сейчас, смотрят. Я, наверное, буду первым, кто об этом запишет видео. Давайте я сюда подъеду, здесь вроде никого нету, просто я хочу сам посмотреть здесь интерьер, так сказать, как он здесь выглядит и так далее. Давайте зайдем. Госка у него 3 миллиона, пацаны. Ой, 30 миллионов. 30 миллионов, пацан, дом стоит. Ну, это, конечно, такое себе. Я так понял, это будет общак Фомы, в принципе. Ну, блин, я думал хотя бы интерьер по другой сделать, как бы специально для семей, так сказать. Это просто обычный интерьер дома высокого класса и все. Ничего здесь сверхъестественного я не вижу. Ну, шкаф есть, но он и у меня дома есть, в принципе. Тупо такой же самый дом, как у меня, просто для Фомы. Ну, такое себе на самом деле. Да, здесь каждой Фоме будет доступен вертолет один. Это довольно-таки круто. Но так, блин, могли бы интерьер какой-то другой сделать, серьезно. Если уже решили сделать обнову, то сделали бы нормальную обнову и изменили бы данный интерьер. Потому что, ну, зачем покупать дом за 30 миллионов, в котором такой самый интерьер, ну, просто для Фомы, да? Ну, такое себе, на самом деле, удовольствие, я вам скажу. Поэтому я хз. Походу, вертолеты будут... А, нет, в каждой Фоме будет доступен вертолет, я так понял. Давайте попробую сесть даже в него. У вас нет ключей от этого транспорта. Ну, это ожидаемо, короче, да. Это ожидаемо. Ну, прикольный, в принципе, домик такой, я думаю. Особнячок, так сказать. Давайте сделаем скриншотик красивенький такой. Прям, чтобы от души был. Вот так вот. Особняки вот такие вот добавили, пацаны. Не, ну, внешне они красивые, не спорю. Они прикольные такие, да. У каждой Фомы теперь будет вертолет, свой общак. Ну, блин, как бы общак есть и, по сути, в обычной Фоме, как бы, в банк ложат деньги, там, типа, деньги хранятся. Вот, Фоме-меню. Ой, Фоме-меню. Фоме-меню, во. Так, вот. Фоме-меню, короче, пишем. И вот, здесь есть баланс общака, в принципе. А туда, наверное, можно будет ложить патроны там и так далее. Я так думаю. Ну, я не буду особняк покупать, потому что у меня на него нету денег, как бы. Поэтому я его покупать не буду. Так, чувака, чё вы меня стреляете? Пацаны, ёпта. Так, я разрулил, короче, ситуацию. Ну, блин, серьезно, я зашел просто видос записать. Но я вообще, кстати, не знал про обнову. Я просто решил зайти и решил потом видос записать, короче. Не, ну, рублевка прикольная. Давайте напишем в чат, QQ. Типа, все дела там. Уже один дом купили, давайте даже посмотрю, кто его купил. Я думаю, это будет интересно знать. Так, у меня машина открыта, все закрыто. Вот, один всего лишь особняк купили. Поэтому я думаю, это очень круто. Это реально очень круто. Давайте посмотрим, кто же его купил. В принципе, мне реально интересно.
тут же его купил. Ну да, 30 лям уже шо, ну госка, да. Но софтим. Оплата 5 рублей в день, особняк. Давайте поздороваемся. Не, ну это очень круто на самом деле, то что, блин, я бы себе на самом деле хотел бы особняк купить на 0.7. Но, к сожалению, таких средств у меня вообще нету. Поэтому купить я себе его не смогу. Так, пусть садится, чувак. Все, поехали. Можно ехать дальше. Как в доме высокого класса. Прикольно, блядь. Охуенно, что могу сказать. Ай, блядь. Пиздец, я только, кстати, машину починил. Кстати, большое спасибо Станиславу Фидас. Станислав Фидас, большое тебе спасибо за то, что ты мне подогнал лям, потому что у меня вообще денег не было. Вот, у меня лям на руках. Это он мне подарил. Я просто видос снимал, как он мне передавал деньги, но случайно его удалил, короче, когда чистил видосы, потому что память была забита. Поэтому извиняй, дружище, но большое тебе спасибо, Владислав... Станислав Фидас, большое тебе спасибо. Просто от души. Вот мне интересно, если даже вот особняк покупаешь, то... это нужно, чтобы у тебя не было дома, типа, как бы ты покупаешь особняк, и это, получается, становится домом того, кто покупает, по сути, да? Ну, я так думаю. Напишите, кто знает, в принципе. Вот так вот как-то. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Обязательно просто ставьте лайки, поддержите меня, чтобы я увидел активность, потому что... Если так будет продолжаться, пацаны, возможно, мы попрощаемся с Амазингом, потому что, ну, я не вижу смысла снимать, если вам не нравится, потому что... Вы даже не предлагаете, что мне поснимать. Ну и не ставите, даже 100 лайков не набирается под видео, и это очень печально. Ну что ж, пацаны, всем пока-пока.